при работе с различным режущим инструментом, имея на кармане постоянно нож такого плана, либо другой, либо еще меньше, вот, сталкиваешься с целесообразностью того, что необходимо иметь вот такую вот минимальную хотя бы аптечку. Итак, что же в этой EDC аптечке есть? Перчатки и маска. Ну, на случай того, что, допустим, какая-нибудь эпидемия острых респираторных заболеваний в метро, нужно будет ехать. Перчатки — это на случай специфический с работой связанный. Далее, резинка, которая также немаловажна. Все это запаковано в герметичный зип-пакетик небольшой. Здесь есть у меня еще несколько, там 3-4 салфетки. Внутри спиртовые салфетки, несколько лейкопластырей антибактериальных и анаферон. Здесь 6 таблеток, минимум 5 таблеток нужно выпить в течение 2 часов. Ну, это как старт, если уже чувствуете, что заболели, можно начинать принимать. 2 напалечника, чтобы не порезаться. Вот, в принципе, и все, что у меня есть. Для своих целей вы можете создать свою зип-аптечку, упаковать ее, укомплектовать ее всем самым необходимым для себя. Ножницы, нож всегда у меня с собой. Все это так вот компактно сложено в рюкзаке. Места не занимает особого. Весит мало. Вес данной аптечки можно проверить. Опять же, сейчас включатся весы наши. Ну и вес у нас тут 32 грамма. Вот. Поэтому компактно, легко и быстро доступно. Тем, у кого есть проблемы с сердцем, могут запастись полидолом, карвалолом, другими средствами.